Здравствуйте, друзья! Хочу вот вам рассказать, течка, так называемая Улуна, закончилась, длилась ровно 7 дней. Началась в позапрошлое воскресенье вечером, я увидела первые такие симптомы яркие, что она начала рычать, кататься, ко всем приставать. И ровно в прошлое воскресенье, тоже ровно вечером, последний раз вот у нее это проявлялось, и все. В понедельник уже ничего не было. Обычной жизнью зажили. Нормально пережили. Рады, что все закончилось. Вот. Решила вам рассказать видео, потому что в прямые эфиры мы не выходим. Здесь очень плохой интернет. Пока еще решается эта проблема. И основная информация будет у нас в видео. Но, надеюсь, скоро мы с интернетом все решим. И, наконец-то, уже с нашего нового дома проведем прямой эфир. Девочки у нас сонное царство играют. Да. Говорят, какие дела. Мы сегодня с девочками одни дома. Пойдем сейчас уборкой заниматься. Да, уборкой заниматься пойдем. По-моему, кто-то не хочет никакой уборкой заниматься, кто-то хочет вообще на кроватке спать, на подушечке головой. Ладно, приятного просмотра. Очень много дел, но как вот с такими вот девочками можно начать что-то делать? С такими плюхами сонными. Самому хочется рядышком увалиться и спать. Плюшечки, плюшечки. Спать вам не даем, да, не даем спать. Линза ушла к себе на диван. Что это такое, Пуся? Ты что за пример подаешь? Пёселю этому. А? Свет опять отключили. Все, кайфушницы две. Ой, две вообще такие. Думаешь, будут у меня звери, мы будем активные. Попробуйте-ка их еще на улицу в прохладную погоду вывести. Лапусю свою сложила. Ой, такие подружки смешные. Девочки. Хорошо на кроватке, да, спится? Причем у них есть и дивана два, и матрас есть, и это. И все равно, конечно, хозяйская кровать самая удобная. Помощнички мои, да? Я все складываю, а вы раскладываете. Трусихи. Ой, ладно, все, я прибираться. Конечно. Столько интересного тут, а я одна. Развлекаюсь. Как вам без этого?
комнату. Вот, вот как удобно прибираться с ними. Все, уходите. Уходите, уходите. Веня! Все, прибрались. Теперь готовим, конечно же, вместе, да? Гордая Буся. Она говорит, вам надо, вы меня и угощаете. Не такая гордая Венечка. Кутно-кутно. Курочку все любят. Пойдем Бусю угостим немножко. Бубочка, ваше величество, вы... Нет, это невкусно. Вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Даже скучные ваши обеды. Вот. В общем, так. Домашняя жизнь, домашняя суета. Кстати, у Буси вот этот голод тоже как рукой сняло. Все. Она опять один раз в день ест, и то, если за ней побегать. Вчера вот вообще ничего не ела, голодный. День себе устроила разгрузочный. Да, булочку? Булочку. Все скажу. Разговоры ваши неинтересны. До свидания. Венчика, сидите. Венчика, лежать. Сидеть. Лапу. Молодец. Другую. Молодец. Венчика. Оф. Ой, да ты умница. Мы тебе курочки дадим. Оп. Телефон не хочет работать тоже. Телефон, видимо, из кошачьих. Молодец. Все, всем пока-пока.